Здравствуйте, с вами Андрей, мы продолжаем играть в Watch Dogs. Соответственно, где у нас следующая сюжетка находится? Окей. Давайте на скорую руку. Много в этой игре действительно делалось на скорую руку. Это верно. Так. Буль... Забыл я мост. Не, вот сейчас смотрите. Вот сейчас смотрите. Это было непреодолимое препятствие. Офигеть, какое непреодолимое. Вот так это приплывается примерно за минуту. Так, а давайте заглянем в магазин-то у придурка. Может быть, там есть действительно какие-то уникальные предметы, которые... уникальные. Хотя то, что там было перечислено, это не уникальные предметы. Ибо их можно крафтить самому. Так. Другое дело. Так, ловушка. Дисконтактный ствол. Не рассказывай про меня, ладно? По максимуму закупимся. Все? Ничего интересного в этом магазине нет. Отличный выбор. Не все. Пожалеешь. Ну то есть то, что как бы... Ну как, ну это разве что для людей, которые принципиально не занимаются крафтом, не знаю, хотят готовое покупить. Ну то есть, в принципе, наличие такого магазина, это хорошо и нормально, это естественно в игре, но я не понимаю, в чем прикол, как бы, вот, говорить, что это какой-то супер-дупер-пупер магазин, который прямо вот офигенно нужен. И главное, что в нем эксклюзивные товары, они вообще-то нифига не эксклюзивные. О! Чё это за грузовичок? Давайте вот в него Кстати, это первый раз, когда позвонил ментуру человек, которого я выкинул из машины. Обычно звонит какой-нибудь свидетель. Ну, зато у этой машины такая масса, что... Можно вообще не обращать внимания на других участников движения. Ну вы сейчас видели охрененную физику. Просто вот это гениально. От удара в одном месте светофор сломался в шести. Как будто он, не знаю, там, хрустальный или что-то такое. Ладно. Вон пошла.
Так, на скорую руку. Отлично. Начинаем. Только учти, я за тобой присматривать не смогу. Роси Фримонт. А так надеялись на этот район. И что в итоге? Теперь все банды под одной крышей. Раньше ходили район на район, теперь сосед на соседа. А остальные жители? Кто не с нами, тот против нас. Угу. Я тут осмотрюсь, выясню, что они намутили. Так, ладно, сейчас прошу прощения. Так, прошу прощения, продолжаем. Так, что ж, закрытая зона впереди. Это значит перестрелка. Айпишник Дэмиона ведет сюда. Это место настоящая крепость. Один я не пробьюсь. Ладно. Подрублюсь к их сети. Посмотрим, что там к чему. Эй! Эй, Грим! Да? Что? Видел вчера твою тёлку с Джей-Джеем? Тем, что с Питой? Ну? Ну, он у меня гриб. Минус один. Главное, просто народ с улицы меня палит. Вот это глупо. Бандюки их не смущают, нормально. Что я тебе сделал? Минус один. Окей. Далеко. Да блин, ну хватит уже, а? Хватит прятаться-то, Ну блин, слушайте, ну вот управление в этой игре — это идиотизм. Серьезно. Минус один. Так, еще там снайпера-то есть? Должны быть. Блин, а это... Еще как... Какой-то нарисованный козел. И чё? Где противник-то? А, вот наверху есть. Хорошо. СВД я специально для таких случаев приготовил. Минус один. Окей. Минус один. Окей. Кстати, большой разницы между оружием с глушителем и без глушителя нет. Вообще нет. Так, тут какой-то козлина. Здесь пусто, там гляну. Обижается.
Да ё-моё. Я думал, они в других местах находятся. Так. Так, они вызвали подкрепление, естественно. Умолять меня будешь? Да сколько вы ну. Чернёй маяться? Ну, давайте. Давайте, ребятки. По одному. Вот дерьмо! Я на такое не подписывался! Это было глупо. Так, а это что, наверху, что ли? Да нет. Ну все, козел, ща получишь. Нет. Взрывать мы точно не будем. Проверь вон там, ладно? А? Черт, только что был, и где он? И... Ну вот я, соответственно, и справился с ними. Никаких проблем. Так, ну чё, давайте. Здесь наверху есть? Не, вроде наверху ничего нет. Давайте спокойно уберёмся с этой фигней. Ой. Да блин. Блин, я думал, что я их уже всех порубил. Недавно купил Коран. Ну, зря. Почитать уже не доведется. Должен быть выключатель, ну!
Ну все. Скажите. Не, конечно, можно было и хакать, взрывать. Это долго просто. Знаете как? Видимо, еще есть. Окей. То есть им просто высылают подкрепление по скрипту. Прекрасно. Обожаю скрипты. Где-то там он засел. Вперед, я прикрою. Не беси меня, вылезай по-хорошему. Спел. Нам хана! Нам хана! Да, вам хана. Так, главное не взрывать никого. Ничего. Ой. Приходится иметь с ним дело. Но мы друг другу не доверяем. Да блин! Ну, власть уже. Уродца. Так, обходишь? Сволочуга. Сволочуга. Где он там? Да, за стеной, что ли? Проверь, он поди там. Ну. Эй, поли этого мудака! Все. Хорошо. Да. Хорошая панорамка. Теперь ты сможешь заглянуть в Росик ремонт. Спасибо за все. Ты сильно помогла. Ха, такое приключение. На этом все? Нет. Это только начало. О, мне боже. Надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И разберусь с ними. Со всеми, кто причастен к смерти Лены.
Ты еще тут? Да, я здесь. Ладно, до встречи. Так, ну что, задание выполнено. Давайте мне уж следующий, давайте. Так. Опять. Переместиться туда можем. О, давайте так, вот. Тобиас, откуда номер узнал? Серьезное обвинение. Да, это голос Мстителя. В первый раз он убегал меня в Тускарте. Не хочу я с тобой разговаривать. Так. Включитесь к Росси Фриман удаленно. Ну, день. Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ну ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучше твоя попытка. Мне содержательный диалог. Дайте подумать. Твоя нет. Помощь. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Нет. Ну, начнем. Ага. Ну все. Смотрим, что у вас там интересного. Ну, давайте. Айпи точно сюда вел? Да, где-то наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. Ну. Смотри, какую сеть провели. Это не просто уличная банда. Черт, сенс. Хреновый сенс. Ага. Так. Так, а что это оно так не работает? Непонятно. Окей. Серьезные парни. Ну и крепость. Просто так не просочиться. Долбаные детсы. Молокососы хреновы. Что они знают про жизнь на улице? Кодить могут. Я видел. Там все круто. Но прикрытия никакого. Копы нагрянут и привет. У меня же все четко. Легавые ко мне даже не сунутся. Поэтому маска мне ни к чему. Угу. Ну. Баян. Ну и что с того? Да, это, знаете, это девиз Ubisoft. Баян, ну и что с того? Ubisoft, такой Ubisoft. Сраный.
Так. Так. Ну давай. Окей. Ну. Там вот почти полный, так. Что ж все-таки здесь надо делать-то? А, во. Так. Наверх-то можно? А, вот оно. И? Слушайте, вы надоели там уже. Вы там уже надоели сношаться. Действительно кто-то жил? Скорее умер. Да. Так, ладно. Это что такое? Пульстовник? Ничего не понятно.
Нафига я сюда попал? Этот мужик дальше не идет. А, вот так можно. А, вот, вот так. Поворачиваем, наверное, налево. Вот. И сюда. Я проследила айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Ключ в жетоне Ирака. Никто тебя не грабанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так чё тормозишь? Бэтбак, тащись сюда. Эй, Палош, откуда я взял? Я просто подумал. Так не пойдет. Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода. Тупицу? Всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гну, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Ну все. Семейный сын окончился. Ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукционе. Не будьте фредкой, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Да пошел он в жопу, лепрекон сраный. Что за фредка? Эй, это хорек. Хорёк! Ну, я что-то такое ожидал. Ну, блин, ну долго. Давайте, заканчивайте уже эти, блин, демонстрации. Мы уже поняли, что Ирак — это плохо. Что-то надо. Даже если это какой-то мужик с дурацкой прической. Ну? Ну? Ура. Да, гениальные подсказки. Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнаты тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Тот же Артрест, Бэтбак. Он мне поможет. Поможет? С чего бы это вдруг? Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается, я это запишу. Шантаж — лучший способ найти союзника. Так. Так, ну все, я думаю, что на этом неплохой момент, чтобы серию, наверное, завершить. Потому что... Нет. Плохой. Да блин. Ну пошли его нафиг своими мстителями. Он, это тот звонок, который прорвался, когда мы заходили. Да пошел ты нафиг! Мне не нужны дополнительные задания, они здесь скучные. Просто ужас насколько. Что ты имеешь в виду? Я их прослушивал. Они пушки целыми ящиками продают. Под прикрытием. Стой-ка, знакомая картина. Найдешь источник? Да. Да. Но остальное на тебе. Одно условие. Скажешь про меня в своем манифесте? Нет у меня манифеста. О боже. Манифест? Будет.
Так, пустые ящики. В этих загадочных ящиках можно найти самодельный устройство, это же аудиозапись. Понятно. Загадочные ящики, там мы уже их видели. Я их собирать не буду. Ситуация усложнилась. Отвлеку Дэмиана и историю с Хардом. Найду Ники. Он ошибется, точно. Наберусь терпения. А пока что... Бэтбак. Ну все, теперь-то уж мы серию точно заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Андрей, всем пока.